Берите конфетку, послание для всех. Давайте почитаем, что же вам попалось. Много всяких приключений вам удастся испытать, но забвений, повреждений не видать и не слыхать. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся, я с вами знакома, чтобы все знали, кто к нам пожаловал на наш праздник. Как вас зовут? Мария. Мария, вы верите в любовь? Конечно. А вы влюблены? Нет. А можно пригласить вас поучаствовать в нашей почте любви? Дорогие друзья, я вам хочу открыть небольшой секрет. Мария активно принимала участие в организации этого праздника. У нас в городе есть прекрасная организация для активных, целеустремленных спортивных людей, самопомощников. И эти ребята сегодня помогли нам организовать этот праздник. Вкусняшки, конфетки, валентинки, все это благодаря вам. Спасибо вам большое. И нам бы хотелось спросить, что бы вы пожелали сейчас всем нашим гостям? В данном случае я бы хотела пожелать и поздравить с праздником любви, влюбленных, не только от своего имени, но даже от имени руководителя Побережника Михаила. Он, к сожалению, сегодня не смог быть присутствующим, поскольку он имеет плотный график, но он сердцем и душой с нами, со всеми. Мы от всей души желаем, чтобы у каждого из вас было в душе всегда тепло, была любовь, мир, добро, чтобы вот скоро начнется весна, чтобы эта весна не покидала ваши сердца каждый день 365 или 366 дней в году. Мы вас очень любим, мы будем стараться участвовать во всех мероприятиях так, чтобы людям было радостно, чтобы люди присоединялись, участвовали и дарили друг другу приятные впечатления. Я народилася з кохання, мої хоті ласкавих рук, і погляд, і мої бажання, єдналися в небесний звук. Любов – це стежечка до раю, це звук небесної сурми, а я повторюю, співаю, люблю тебе і ти, люби. Подивлюся в очі, пригорнусь до тебе, ти мій голубочок з ранішнього неба. Подивлюся в очі, молю без прохання, будь мені найпершим, будь мені останнім. А у вас в вашій житті є таке чувство? Непроходящее. Непроходящее – это хорошо. Что вы хотите пожелать сейчас всем присутствующим гостям, жителям нашего города в этот прекрасный светлый день? К сожалению, у нас на сегодняшний день любовь в основном денег. А я хочу пожелать нашим жителям города Никополя, чтобы любовь была именно к человеку, к женщине, к людям. Это настоящая любовь. Поэтому у нас сегодня праздник и создан, и есть, и отмечают во всем мире День любви. Желаю вам ответной любви. Вы переборчивы, я вам хочу сказать. Спасибо. Думайте просто конфеты, вам еще и послание. Вы будете целоваться сегодня очень много раз, но не здесь, правильно? А я думал здесь сразу начать. Сразу начать, но, видите, вот
удача сегодня не здесь, он улыбается. Вас ожидает взаимная любовь. Любите и будьте любимыми. А вы у нас самые любвеобильные журналисты этого города. Спасибо. Что же там вам попалось? Сладкое предсказание. Да. Приятный сюрприз ожидает вас в первой половине марта. Вы запланировали себе уже какие-то путешествия, планы в начале марта? Может, предложение руки и сердца со второй половинки? Рано. Ты мій герой, ти тому спящу на дивані, лежи за серцею, шкарпенки розкидав. Ти супермен, душі є це, я точно знаю, хоч мою думку тато мій не поділяв. Щоб не казали, то все дарма, і чоловіка в світі кращого нема. І всі проблеми, то просто чик, поки коханий ваш чоловік. Ну відвалила серця ножка від дивана, ти швидко знеш, то є збила його баланс. Нехай полочка твоя трохи малувана, але на щастя ти приносиш аванс. Щоб не казали, то все дарма, і чоловіка в світі кращого нема. І всі проблеми, то просто вчих, поки коханий ваш чоловік. А сколько лет вы вместе? В этом году 50. В этом году у вас золотая свадьба? 27 февраля. Вот уже рядышком. Мы поздравляем вас с такой прекрасной датой. Мы желаем, чтобы в вашей сердце всегда жила любовь. Мы дарим вам по сердечку. И мы хотели бы спросить у вас, что вы пожелали всем тем, кто только начинает свою семейную жизнь, кто-то влюбляется. Ведь у вас за спиной уже большой багаж семейного опыта. Что бы вы хотели пожелать ребятам, чтобы они так же долго могли быть вместе, как и вы? Прощать друг друга недостатки. Прощать друг друга недостатки. А что бы вы пожелали? Любить друг друга. Мы знаем, что у вас очень талантливая творческая семья. Мы хотели бы вам пожелать, чтобы ваш творческий потенциал никогда не угасал, чтобы вы всегда радовали нас вашими песнями, чтобы они в скором времени звучали на всех радио страны, ведь они уже хиты. И мы приглашаем вас вот здесь вот взять Валентинку и написать своей второй половинке пожелания. Сладкое послание вам. Вас ожидает море теплых эмоций. Вы уже в предвкушении этого? Я в этом море живу. А как вы обычно празднуете День Святого Валентина? Ну, наверное, как и все. Добрыми словами, с пожеланиями быть вместе. А вы делаете романтические подарки своей второй половинке? Я сама для него подарок. А что же вам приготовил наш Купидон? Какое послание? Внимание! Это послание содержит вирус любви. Он находит самого доброго и хорошего человека. С удовольствием заболеваю. Алло, здравствуйте. Вы участвовали в акции во дворце торжественных событий? Да. Вы желали найти свою вторую половинку? Поздравляете имя. И вы напишите, заберите, пожалуйста. Я приглашаю вас подойти во дворец торжественных событий, взять очень много номеров телефонов, которые оставили, и познакомиться с приятными молодыми людьми. И мы пожелаем вам в этот день очень много хороших эмоций, улыбок, счастья. А что бы вы хотели пожелать сейчас всем нашим гостям, которые стоят здесь на улице и слышат вас? Держите. Спасибо вам большое, хорошего дня. Мы ждем вас. Только бы эти слова ветром брошены.
сейчас своим родным, близким, всем, кто здесь присутствует. Чтобы все были счастливы и все чувствовали свою любовь. Любовь к отцу, к детям, к сыну, к родине, ко всему. И это очень прекрасно, что любовь разносторонняя и любовь к любимому. Вы знаете, у нас есть такой красивый купидон, который приготовил послание сладкие для каждого. Что же вам попалось? Давайте зачитаем. Вы будете первыми всегда и везде. Так вы, девчонки, X-фактор, мы будем за вас голосовать. А что же попалось вам? Вас ожидает счастье. Для каждого найдется кусочек рая на планете. Мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Желаем, чтобы ваша жизнь всегда была сладкая, вкусная, наполнена прекрасными эмоциями, и чтобы вы почаще приходили к нам в гости. С праздником! Спасибо! Женщину нужно любить всю жизнь. Хоть жену, хоть прохожую, хоть знакомую. Все женщины нужно уважать, любить, потому что это наши матеря, и наши жены, и сестры. Ну, это самое прекрасное в этой жизни. А что бы вы хотели пожелать сейчас всем присутствующим на нашем празднике? Женщинам и мужчинам. Женщинам, мужчинам, всем. Я желаю любви, верности, уважения и самое не болеть и долго жить. Начинается сердец золотой полет и на гору счастья восхождение. Наше счастье с тобой станет судьбой. Пусть про любовь нам споют без слов. Звезды с небес, мы достойны чудес. Вьется в унисон сердца влюбленных. Звезды с небес, мы достойны чудес. Вьются в унисон сердца влюбленных. Пусть наше счастье с тобой станет судьбой. Пусть про любовь нам свою без слов. Звезды с небес, мы достойны чудес. Вьются в унисон сердца влюбленных. Звезды с небес, мы достойны чудес. Вьются в унисон сердца влюбленных. Любовь Ивановна, видно, что вы верите в любовь, что в жизни у вас сердце есть любовь, потому что без любви нельзя создавать такие шедевры, которые вы создаете. Все они сделаны с любовью. Все они сделаны с любовью, поэтому поспешите, подходите к нам, приобретайте приятные подарки для своих родных и близких, которые сделаны с любовью. Здравствуйте. Приятно вас видеть на нашем празднике. Скажите, пожалуйста, вы верите в любовь? В вашей жизни есть это прекрасное чувство? Конечно. Юля. Юлия, она сейчас рядом с вами? Что бы вы хотели сегодня ей сказать, чтобы все услышали? Какие слова любви? Эти слова на любви скажу. Какой у нас застенчивый. Как зовут вашего любимого? Как вы его называете? Секретная у вас парочка. Что вы хотели пожелать ему сегодня в этот день? Одним словом. Я хочу узнать, что вы спали и хорошие сны. Вы будете еще съели? Оба. Мы желаем вам, чтобы в вашей жизни всегда была любовь, чтобы ваши чувства никогда не угасали. И вот небольшое сладкое послание для вас. Угощайтесь. О, я зеленого хочу поставить. И вы изберите. Сейчас тогда... Любого. Желтенькая. И вам послание. Я могу вам помочь. А мы вас угощаем вкусным горячим чаем. Наслаждайтесь. А вам? Веселитесь. Сегодня прекрасный день для веселья. Не нужно спать. Я поняла всю тему. Как вас зовут? Ярослав, меня зовут. Ярослав, я знаю, что вы приготовили нам небольшой сюрприз.
Да, я хочу поздравить всех с днем влюбленных и хочу пожелать вам любви, конечно же, взаимной. И дорогие жители Никополя, говорите почаще своим половинкам, что вы их любите, слово «люблю». В будённой жизни просто, ну, слово «люблю» сейчас очень часто говорят просто так вот, «люблю, люблю», ну, знаете, и все. А говорите это искренне, дарите приятные моменты своей второй половинке, говорите чаще, что вы ее любите. Желаю любви всем, конечно же, любви. День Святого Валентина. А что вы хотите сегодня пожелать всем, кто здесь присутствует? Такой прекрасный праздник всех влюбленных. Здоровья, счастья, хорошего настроения. Что же вас ожидает? Конфеты и сладости принесут вам много радости. Романтические увлечения. Вас ожидают легкие романтические увлечения. Берите валентинку, и к празднику вы уже готовы. С чего начинается в доме погода? С улыбки, с объятий, с горячего чая. Когда за окном хороводит природа, а в доме любимом тебя понимают. Когда по плечу вам задачи любые, и горы работы совсем не пугают. Ведь ваши любимые и дорогие вас любят, вас ценят и понимают. Пусть будет в домах ваших суперпогода, и счастье, и радость, и много везения. А чтоб не пугала вас больше природа, мы дарим сердечки вам для настроения. Будьте счастливы, радуйте друг друга, любите друг друга. Потому что все в этой жизни начинается с любви. Мы желаем, чтобы в каждом доме звучали слова любви друг к другу, теплая музыка и, конечно же, чтобы вам было с кем делить эти вечера. Ищите свою вторую половинку, находите ее. Thank you.